Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такая замечательная техника BTR-80 в зеленом цвете. Есть также уже цвета ржавый камуфляж и донатный цвет просто камуфляж, насколько знаю, по картинке видно, то есть он не ржавый. Но говорить за него ничего не могу, вот так как на серверах его не встречал, не видел. Ну, а у меня такой классический зеленый цвет. Что можно сказать про этот автомобиль? 6 посадочных мест. На 4 внутри, 1 водительское. И 2 на броне. Что у нас по вместительности? У нас, значит, крепится 2 бочки, 4 ящика, рюкзак, слот под оружие. Матросский сундук, слот по кассету, слот под канистру. Своих слотов у него 900. Да, немного. Не разгуляешься. Но эта машина не для хомяков. Это машина для тех, кто любит ездить напрямик, напролом, через леса. Это лучшая техника для езды по лесам. Итак, посмотрим, как он поедет по лесу, как он будет водить деревья. Но для начала посмотрим, как он трогается. Послушаем звук двигателя. Так он звучит. Давайте попробуем, как он трогается сразу с четвертой, с максимальной передачей. Не то чтобы уверенно, но он могет. Могет с четвертой. Третью. Третий гораздо увереннее. Вы это видите. За счет этого он, наверное, за счет этого, как мне кажется, он и идет по лесу уверенно. Именно на третий. Ну что ж, поехали в лес. Третью. Без шифта, ребята, без шифта. Да, клиренс невысокий, поэтому такие камешки нам все-таки являются помехой какой-никакой. Но, сами видите, на третий очень-таки уверен. Давайте посмотрим его максимальную скорость по пересеченке. Потом поедем на трассу. Сейчас выберем тут место, где нам можно разогнаться. Значит, разгоняюсь без шифта.
Без шифта мы идем 114. Да, 114 максимум. С шифтом. С шифтом можем выжать даже 120. 120 с шифтом. Теперь поехали на трассу. Посмотрим, как идет по асфальту. Итак, выехал я на трассу. Давайте смотреть. Погнали. Без шифта. Я думаю, ну, без шифта побыстрее получается, чем на грунте. Сейчас нажмем, сейчас зажмем shift. Посмотрим, сколько времени с шифтом. Шифтом 123 и без шифта 120 по асфальту. В принципе, разница невелика по сравнению с грунтом. Также дорогу держит уверенно, его не носит. Вот. Не заносит, заносов нет, торможение. Тормозить неплохо. Теперь давайте попробуем горочку. Посмотрим, как с этим справится наш БТР. На первой едет, даже попутно валит деревья. Так, наверное, можно найти. Доехали на камень. Съехали с него. Это без шифта. Так, там впереди есть еще более крутые овраги. До них доберемся. Посмотрим, как он с ними справится. Подъем. Давайте с места на вторую так и останемся. Поход поднимаемся, при этом поход где еще валим деревья. Не все. Все. Попробуем еще раз. Такой подъемчик он уже не берет без разбега. Если попробуем на первой. На первой легко. На первой легко. Будет ли при этом у нас. Сможет ли он у нас поводить при этом вот это вот огромное дерево. Ох, и поехал дальше. Он
он это сделал. На первой он это сделал. И причем довольно-таки уверенно, я бы даже сказал. Но есть у нас вот тут вот такие овраги, на которых проходимость, лаги, такое бывает. Заедется у нас вот на это. Давайте посмотрим. Навряд ли он поедет на третий, если он там даже на второй не проехал. Но вот на первой можно попробовать. Заезжает. Заезжает. С места он тронется. Да, мы едем. Конечно, на такую скорость мы, конечно, уже не повалим дерево. Но мы едем. Он забирается сюда. Заберется ли он сюда, обратно, с этой стороны? Да, он забирается. Ползет. Ползет вперед. Прет вперед. Ну что, давайте подводить итоги. Давайте подводить итоги. Значит, что мы имеем? Мы имеем 900 слотов собственных, 2 бочки, 4 ящика. Рюкзак, матросский сундук, слот под оружие, слот под канистру, слот под кассету. 6 посадочных мест. Отлично валит деревья. По грунту максималка без шифта 115, с шифтом 120. По трассе, по асфальту без шифта 120, с шифтом 123. Приходите на тест-драйв. Обязательно дам прокатиться всем. Попробуйте сами. Сервер Атмосфера ПВЕ Припять 1. Всех жду. Всем пока. Здорово, Димасик. Здорово, здорово. Интервью хочу взять у тебя. Какое интервью? Для видоса, как владельца БТРа тоже. Вот оно что. Вот, у нас встретили мы еще одного владельца БТРа. Ржавый камуфляж. Расцветка. Вот так он выглядит. Димасик, скажи, что ты думаешь по поводу этого аппарата? Тачка, огонь. Валит деревья, едет хорошо, вместительная. В общем, тачкой доволен, как слон. Стоит она своих денег? Да, стоит. Спасибо. Больше не задерживаю. Ну, опять же скажу, что машина уже для тех, у кого деньги есть на нее. По вместительности можно, в принципе, чуть-чуть и дешевле машину. Ну, не чуть-чуть, а на порядок дешевле взять. Но не будет валить деревьев, поэтому, как бы,
общем, машина хорошая, денег своих стоит. Спасибо. Удачи тебе. Давайте, пока.